Мораторий на экспорт леса? Нет, не слышали. Напомню, что в прошлом году за очередной кредит от ЕБРР Украина обязалась снять запрет на вывоз древесины. Официального решения пока нет, но при этом лес из Украины продолжают отправлять целыми эшелонами. Очередная партия кругляка была замечена на ЖД-вокзале в Ивано-Франковске. Мы об этом сообщали вчера. И вот сегодня наши журналисты решили выяснить, куда направлялся этот груз. Вот эти фотографии с вагонами леса на днях в Фейсбуке выложила жена министра молодежи и спорта Ирина Жданова, подписав «Кругляк, Ивано-Франковск, вокзал». Сегодня вагоны с древесиной все еще здесь. Все те же или новые. Франковцы уверяют, здесь как конвейер. Составы с древесиной идут один за одним. Майже каждый день. Вот так все и больше есть. Это три этих эшелона. Я постоянно тут... Массово возить лес через Ивано-Франковск начали в 2014 году, рассказывают местные журналисты. Они пытались выяснить происхождение и направление грузов, а также тех, кто этим занимается. Направляли десятки запросов, но ответов так и не получили. Мы зверталися як до управління лісового та мисливського господарства, так і до місцевої дирекції залізничних перевезень. Взагалі було вказано у відповідях про те, що запитувана інформація не відноситься до публічної, що це є комерційна таємниця. З нами представители управления лесного хозяйства оказались разговорчивее и уверяют, в этом году за границу не вывезли ни единого кубометра, а древесина, которая сейчас на вокзале, скорее всего, белорусская. Це є вагони, які йдуть, тобто, з позначкою Республіка Білорусь. І я думаю, не то, що я думаю, я стверджую, що деревини, скажімо, порід ялини, ялиці, і тепер вже і сосни з 1 січня 2017 року з держави Україна в діловому вигляді, в ділової, я думаю, що її не виїжджало. Но вот в управлении железнодорожных перевозок нам предоставили другую информацию. Древесину возят примерно 100 вагонов в день. И вся она из украинских, а не белорусских лесов. Лес идет из всей Украины. Это не франківський лес, так как деколи журналисты приходят в Франківськ, вантажить лес. Неправда. Есть декілька станцій, які вантажують лес. Это лес, транзитный вантаж, который идет на Румынию. Але завжди це український. Однозначно український. Є білоруські вантажі. Товарний вагон вміщає приблизно 80 кубометрів древесини. І кожен день через Прикарпаття відправляють до сотні таких вагонів. Получається, в країні, де діє мораторій, за один лише місяць за границю уходять десятки тисяч кубометрів лісу. Діана Клочко, Жанна Дучак, Зіновій Автонас. Подробності телеканал Інтер, Івано-Франковськ.